То, что находится на первом этаже, это у нас редакция газеты «Видновские вести». Внешне работу газетной редакции трудно назвать эффектной. Приехав с редакционных заданий, корреспонденты просто садятся за компьютеры. Дизайнеры занимаются версткой. Мы выбираем, какие нам фотографии поставить сюда к статьям, которые корреспонденты написали. Какая статья на какой полосе будет стоять? На страничке на первой, на второй, на третьей по важности. Казалось бы, ничего особенного, но и здесь можно столкнуться с настоящим чудом. Увидеть газету, которая выйдет только завтра. Ее еще никто не видел, кроме вас. Представляете, вы первые. Да. Она только завтра выйдет в печать, да. То есть вот так вот собирают, видите, делают дизайн, большие заголовки, фотографии, текст вставляют. И вот таким образом формируется газета. На втором этаже, где располагается телекомпания «Видное ТВ», куда интереснее. Можно оказаться в телевизоре, попробовав себя в качестве ведущего. И даже разрешают сделать фотографию на память. Вот так включается свет. То есть, видите, чтобы картинка была большой, красивой, насыщенной, соответственно, стоят камеры. Можно увидеть и место, где работают инженер, выпускающий редактор и режиссер. Все это напоминает панель управления космическим кораблем. Записывают все, что происходит в студии, и выдают, допустим, прямо в прямой эфир, например. Или, наоборот, записывают на специальные носители, и потом это уже редактируется, что-то режется и отправляется, опять же, в эфир. Не менее интересна работа монтажера, который из разрозненных кадров собирает законченный фильм или сюжет для новостей. Здесь можно попробовать записать свой голос в дикторской будке и тут же увидеть результат. Привет, как дела? О, здорово. Привет, как дела? Рассказали ребятам и про работу корреспондентов, показали архивные фотографии и награды, которые работники телеканала получали на различных конкурсах и фестивалях. Ну что ж, ребята, вот, собственно, на этом наша экскурсия подошла к концу. Скажите, вам понравилось? Да! Это прекрасно. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.